В этом году исполняется ровно 70 лет, как советские солдаты поставили победную точку в Великой Отечественной войне, поэтому праздник будет по-особенному величественным. Донецкие волонтеры организовали акцию, в рамках которой студенты и школьники оказали адресную помощь пожилым героям, проживающим в Куйбышевском районе. Также дети из детских домов нарисовали поздравительные открытки с 9 мая, вложив в каждую частичку своей души. Это были люди, которых уже и нету, уже их на свете даже нет. Они воевали, они делали победу. Всех. А нам сейчас, чтобы не было войны. А нам хорошо, чтобы не было войны. Был мир на земле. Да. Был мир на земле. Спасибо. И чтобы все были здоровые, умные, грамотные. Все. Дай Бог всем вам счастья и здоровья. Праздник есть праздник же. Будь солдатская 100 грамм обязательно. Также нам же также и на фронте давали. И вообще. Ну, что вам еще сказать? Спасибо, что вы не забыли нас. Вспомнили, вспоминаете каждый год. Каждый год школьники ко мне приходят вот с этой школы. Цветы приносят. Поздравляет с учительницей. Приходит. А я девочек много. Когда у меня тюльпаны вот сходят. Вот приходите на 9-е. Я вас своими тюльпанами угощу. У меня там у вас гвоздики, а у меня тюльпаны. Вот. Ну а что вам еще пожелать? Вам всем здоровья пожелать. Чтоб учительницу слушали. И хорошо занимались. Раз хорошо будете заниматься, будьте большими специалистами. А специалисты государству нужны поднимать страну с разрухи. Куйбышевский район – один из самых пострадавших от обстрелов киевской армии. В нем проживает более 200 ветеранов. К сожалению, старикам приходится переживать еще одну страшную войну – братоубийственную. Наша помощь для них немаловажна, не только материальная, но и моральная поддержка. Дарья Черничная, Павел Припа, Новороссия ТВ.